по многочисленным заявкам в прошлый раз, в позапрошлый раз, по-моему, когда были, мы поняли, что непростые люди ходят на наши концерты и много любителей классической музыки. Поэтому для вас прозвучит Полана Сагинского. Вот видите, есть отдельные люди, нетерпимые, и, знаете, это как бы даже такой тест на деликатность. Обычно мы в начале программы это играем, а вдруг он и правда так играет, понимаете? Вот, но все равно неплохо, как-то вы отреагировали так, сердечно. Вот в Норильске мы когда выступали, вот он сыграл там, никто даже не улыбнулся. Так, опустили глаза. Вот. Ну, учитывая многонациональный состав города Екатеринбурга, хотелось бы что-то исполнить и для национальных меньшинств, поэтому для вас прозвучит русский танец «Яблочко». В каком-то городе пришла записка. Так я не понял, вы что, яблочко плясать не будете? Вот, а по реакции я понял, что евреев больше. Вот обычно больше татар бывает. Тут в Екатеринбурге как-то...